Nagib, Pachinkov, Gurdjieff. Eu acho que Vladimir. Владимир для меня это уже прошлое дело. Сейчас я приехал вместе со своим другом Самуэлем, и бой у него, а не у меня. Но я уверен, что все сложится удачно, и Самуэль победит в первом раунде. Мы усердно тренировались, и я знаю, что победа будет за нами. Я говорю, хорошо, я приму бой с ним, но при одном условии. Когда я его выиграю, ты дашь мне реванш. Все, готовимся. Я уже лутей с Владимиром и тренинг с Самуэлем каждый день. Я дрался с Пальченковым, я вижу, как ведет поединки Силова. Мы тренируемся с ним вместе каждый день. Поэтому уже сейчас я могу представить, как пройдет бой. Уверен, что мы воспользуемся всеми слабыми сторонами Владимира и одержим верх. Mas o Samuel tá chegando com todas as armas aí para desligar ele. Primeiro round ele vai ficar estirado no octógono. Аплодисменты бойцам!